Сотрудники Люберецкого Мособлпошспаса призывают рыбаков не терять бдительности и быть осторожными на льду. Несмотря на то, что сейчас ледовая поверхность хорошо промерзла, на многих водных объектах толщина ледяного покрытия варьируется от 0 до 55 сантиметров. Во время патрулирования спасатели Мособлпошспаса выявили целых 9 водоемов, на ледовую поверхность которых категорически нельзя выходить. Среди них река Пехорка. Однако на улице оттепель, поэтому и на остальных водоемах об абсолютной безопасности говорить нельзя. Лед по всей площади неоднороден и имеет пористую структуру. Нет никакой гарантии, что в самый неожиданный момент он не проломится под ногами.